На Ямал для ликвидации вспышки сибирской язвы направлено подразделение войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны. Личный состав и всю необходимую технику для очистки зараженной территории перебросили по воздуху. В оперативную группу входят военные медики, специалисты-биологи. Массовый падеж оленей из-за сибирской язвы был зафиксирован в округе на этой неделе. Причиной стала аномальная для крайнего севера жара плюс 35. Местами оттаяла почва, где находится споры опасного заболевания. В регион доставлена вакцина. На сегодняшний день ситуация под контролем. Риска для населения субъекта Российской Федерации нет. И для населения других субъектов, даже смежных, на сегодняшний день также нет. Все мероприятия по минимизации риска в очаге сегодня предпринимаются. Из опасной зоны эвакуировали 12 семей кочевников-оленеводов. Часть людей находится в учреждениях под наблюдением. У всех были взяты анализы, заболевших нет.